Отец такой, Отец! Я хочу сказать тебе, мой дорогой друг, у Бога много имен, много ипостасей. Но никто из тех, кто познавал эти имена, не стал на него похожим даже на йоту. Это было бы странно, если бы они были, становились похожими на Бога. Но сегодня мы, те, кто знает его основное, имя, ради которого было все на этой земле. Отец. Батько! Как чехи говорят, татиночка, да? Нет, таточка. Татусечку. Это уже не по-чешски. Татины? Вот так вы поняли, я был ближе к правде. У него много разных, знаете, вот переводов у этого имени. Я хочу вам сказать в этот вечер, друзья, сейчас я чувствую, что отец хочет прикоснуться к кому-то как к сыну, как к дочери. Знаете, вера, она не стоит на месте, она постоянно расширяет откровение. Откровения достигают просто глубин, высот, обширное. Кто кого перегонит, знаете, сейчас учителя соревнуются. Я хочу тебе что-то сказать, что сохранит тебя. По-настоящему сохранит твое сердце от всякой корки, от жесткости. Знаешь, можно, конечно, разное говорить о Боге. Он в творении, он в квантовой физике. Он там, знаете, в чудесах и в разных там моментах, во всем, что являет его силу и славу. Но если ты не хочешь потерять представление, познание Бога, как Бога любви, тебе нужно знать это имя – Отец. Потому что, знаете, эти откровения, они часто очень крутые, они мощные, они несут за собой действительно силу. Но многие из них ходят по грани такой, чтобы обезличить Бога. Обезличить значит сделать его просто силой, просто вселенной, просто там еще чем-то. Вот здесь я пас, друзья. Если кому-то помогает что-то идти дальше, можете идти, но это будет без меня точно. Потому что никогда, никогда я не перейду эту, знаете, позицию, это не переступлю это откровение, что Бог – это прежде всего Отец. Знаешь, если будешь знать только это, с какой стороны подступиться к этому Богу, как чувствовать себя в роли этой божественной, божеского естества? Отец – ответ на все. Все, что от тебя нужно – все, что ты можешь лучшее сделать в этой жизни, вообще и в этой, и в любой жизни, являть Отца. Как Отца. Именно как Отца. Как родительство, заботу и любовь. Амен. Отец, я благодарю тебя. Я 20 лет тебя проповедую, почти 20. И лучшее, что я проповедовал, что ты Отец. Лучшая трансляция, которая исходила вообще когда-либо из этого служения, это Отец, Отец, Отец. Я благодарю тебя, что ты говоришь здесь. В твоих объятиях так спокойно. Так сильно, в твоих объятиях так славно и легко. Все забывается, все остается позади. Я понимаю, о чем сказал твой сын, апостол Павел, забывая заднее. Где то место, где можно забыть заднее, кроме твоих объятий? В них все забываешь. Благословение, падение, все это не важно, когда я чувствую твои объятия,
и Твое дыхание внутри меня. Сынок, никогда ничего не будет более спокойного, дарящего уют дома, как дыхание внутри Отца и объятия снаружи. Как свет, который струится сквозь твои глаза, узнаваемый почти каждым человеком. Отец, я благодарю тебя. Я сейчас чувствую, идет какое-то перетекание, такое прямо проявление Отца в нас. Позволь сейчас Отцу посмотреть через твои глаза. Через несколько мгновений Он захочет посмотреть через твои глаза, в глаза твоего соседа, и это будет исцеление. А сейчас пока что просто ты чувствуй. Чувствуй, как Его дыхание расширяет твои легкие. Это одно дыхание. Если ты когда-нибудь хочешь послушать, как бьется сердце Отца, просто зайди в тишину и послушай, как бьется твое сердце. Если ты хочешь послушать его пульсацию, может быть, когда-нибудь ляг в ванну так, чтобы уши погрузились в воду, и послушай. Вот это. Отец, я благодарю тебя, что не нужно так далеко ползти, чтобы увидеть или услышать тебя. Потому что тобой я двигаюсь, живу и существую. Тобою я прохожу сквозь огонь и воду. Тобою заграждаю пасти львам и угашаю силу огня. Тобой я восхожу на стену. Тобой я расширяю шаг мой. Тобой, Отец, голос мой достигает краев земли. Ты мой масштаб, ты моя ширь, ты сила, ничем не ограниченная в теле моем, полнота божества в теле. Давай сейчас открой свое естество для течения этой силы. Еще несколько мгновений, и твои глаза начнут излучать силу, и ты посмотришь кому-то в глаза, пусть он получит этот приток отцовской природы. Это с этим светом в глазах ты завтра встанешь утром, пойдешь в то место, куда обычно идешь. Работа, может быть, бизнес, семья, какие-то дела. Но твои глаза уже будут соблюдать все, что тебя окружает, в славе. Потому что во светлом взоре царя жизнь. Скажи сейчас прямо из глубины своего духа: в светлом взоре царя жизнь. В моем светлом взоре жизнь. Знаешь, как выглядит этот взор? Это когда те, кто не знают Отца, может быть, даже враги твои, они начинают заискивать перед тобой. Начинают хотеть дружить с тобой. Аллилуйя. Скажи теперь это: в моем светлом взоре жизнь. Подойди к кому-то сейчас. Просто в простоте полностью, буквально на 3-5 секунд, посмотрите друг другу в глаза. Подарите этот светлый взор с жизнью. Кто-то сейчас исцеляется. Нет, именно в глаза посмотри просто. Не надо гипнотизировать там еще. Просто светлый взор, это доброжелательный.
дарящий жизнь, дарящий любовь. И возвращайся назад сюда, мы еще будем молиться сейчас. Аллилуйя. Я хочу, чтобы мы сейчас попели на языках немножечко. Подойдите все сюда. Аллилуйя. Аллилуйя. Отец, спасибо тебе, спасибо, спасибо. Спасибо тебе. Также в прямом эфире молитесь с нами. Я сейчас буду высвобождаться, ангельское служение. О, пошло, 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 пошло. Аллилуйя, Отец, спасибо. Отец, твои силы ангельские окружают сейчас это место. Давайте сольемся в этом хоре на языках. Пускай ангелы также с нами поют. Я люблю это, попеть с ангелами. Вот уже можешь слышать это. Ха-ха-ха. Слава твоя. Просто пой на языках. Если ты даже не говоришь и не поешь на языках, это самое время. Просто начни произносить эти небесные слова. Пой животворящим духом. Его ты поешь. Животворящий дух, песнь твоя. Почки исцеляются сейчас. Я говорю, почки исцеляются сейчас. И на спириаху. Las piras if I receive
именно Holy, я сеплял небо. Ты осифай, Речес, высыпли, Мари Спирит. Еще немножечко давай будем петь. Когда услышишь эти ангельские хоры, сейчас на верхнем уровне их можно слышать. И даже видеть кромку сияния здесь, кромка сияния, как будто северное сияние, похоже такое. Когда ты услышишь это, тогда смело поднимай руки и сливайся с этим хором. Слава, слава, слава. Тиана на 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 шиво на сибра. Чиала на на да саври ле шифу. Рисам лимен шила де бай сабра мала на ретиару. И мали си ясу. Ha 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 ha. Ina la radiara leusi. Ты дома, ты дома. Вот это твое измерение. Сын воскресения, это твое измерение. Как вместе с ангелами здесь на небесах. Сейчас очень сильно исцеляется, вот помазание есть на исцеление печени и почек. Я прямо вижу, как будто как сладость какая-то наполняет бока. Вот это опоясание, опоясывающая сладость. Прямо в живот, как будто сладостью чрево наполняется. Если ты это чувствуешь, тоже поднимай руки. Пусть больше придет еще это чувство. Есть опоясывающие боли, а у нас опоясывающая эйфория. Сладость. И на соре блещаму. Можно сейчас расслышать, как играют ангельские инструменты. Конкретно арфу вижу. Тиаси моне форесе флетиаса кие плещи. Если ты видишь ангелов, это служение тебе. Ты не просто так их видишь, это значит, идет служение тебе. Они сделались видимыми для тебя. Смотри, смотри. Они сделались видимыми для тебя не просто так. Это для того, чтобы сверхъестественное, то, что мы называем сверхъестественным, было ощутимо. Воздействовала на тебя еще сильнее. Оси фриджа спири. Альсимона спири джеси.
Свещаманасира. Отец, я благодарю тебя за это покрывало твоей славы. Аллилуйя. Еще несколько мгновений просто. Побудь дома. Вот ты сейчас дома. Осознанно дома. Запеленгуй это чувство безопасности, беспечности. Вот это и есть состояние дома. В своих небесных тапочках. Отец, спасибо, спасибо. Отец, спасибо, 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 спасибо. Это не закончится никогда. Это не закончится никогда. Это не закончится никогда. Сейчас я еще высвобожу помазание. И ты обязательно отнесись внимательно к тому, что двинется внутри тебя. Это помазание. Это избыток. Это жатва из жатвы. Это изобилие. Я хочу, чтобы ты сейчас сказал это слово, прямо такое густое. Изобилие дома Отца. Изобилие дома Отца. Пускай это расширит тебя сейчас. Изобилие дома Отца. Отец, спасибо тебе. Помазание. Животворящий дух сейчас расширяется в твоем теле, в твоем сознании, в твоем круге жизни. Животворящий дух — это ты и Отец едино. Животворящий дух — это Отец и Сын. Животворящий дух — это то, что делает твою жизнь изобильной. Это то, что выходит из твоей природы, как изобилие. Многообразие. Yes. Животворящий дух — это то, что делает венец явления на твоей голове очевидным. Явление твое, Отец, — это венец мой. Можешь сказать это так же. Явление твое, Отец, это венец мой. Мой венец, явление твое. Венец мой, явление твое. Явление твое. Спасибо, 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 спасибо. Венец твой.
на моей голове. Явление Твое. Аллилуйя. Аллилуйя. Давай сейчас все вместе руки поднимем. Пускай слава потечет сейчас. Как все легко в Его присутствии вообще, да? Слава течет из чрева Твоего. Как мед с дерева. Спасибо, Отец, спасибо, спасибо, спасибо. Почувствуй сейчас, как по твоим рукам течет сила Божья. Густое помазание. Уже руки пожирнели, я вот у меня сейчас. От елея, от елея. Сила течет через тебя могущественно. Сила Божья течет через тебя. Так, вот так, вот так, вот так. Аллилуйя. Аллилуйя. Для того, чтобы тебе понять, надо к делу относиться как к телу. Оно хочет славы. Оно не хочет быть вечной дойной коровой на батон в кредит. Дай ему славу, которой владеешь сам. Скажи, теперь я буду тебя облекать в дух. Я твой священник, я буду священно действовать. Я буду высвобождать дух в каждую цифру. Он говорит, Бог из камня может сделать ребенка Аврааму, а я из цифры что-то сделаю, потому что я же Бог. Я же от божественной природы имею все для жизни. Значит, я могу облечь цифры в дух. Даже если я чего-то не замечу, они будут служить мне. Они умножатся. Потому что все, что попадает в мои руки, умножается. Аллилуйя. Давай встанем. Все, что попадает в мои руки, умножается. Процветает. Потому что я священник, я священнодействователь в непрестающей силе жизни. Аллилуйя. Мы сейчас сделаем такой коридорчик, вы сможете отсюда заходить. Навстречу будем стоять мы, значит, я, Оля и Леша, и ты. Да, вот мы четвером станем. И вы будете заходить, заходите, каждый со своим, я буду возлагать, ну, со своей, любые там мысли, что вам надо вообще, да. Но желательно, вы сначала поймите, что вам надо вообще, да, потом это отложите и переживите помазание. Все. Вот так оно работает. Подумал, что надо. Помните по схеме? Отец знает, что надо. Мне все дано, что мне надо. Поэтому эту нужду я отлагаю и иду, говорю, помазание, моя прибыль. Амен. А остальное как там по схеме? Приложится. Пройдете сюда, через этот прекрасный тоннель счастья. И там будет вас ждать причастие. Объявите своей жизни нетление. Я вам сегодня два служения, два собрания проповедую нетление. Я верю, что буквально на клеточном уровне сегодня у некоторых произошли изменения. У всех. У кого-то может больше, у кого-то меньше. Не суть. Суть в том, что это происходит. И я верю, что вы теперь возьмете в свои уста вот 15-й псалом и... Вы начнете его использовать, вы скажете, вау, мое тело может успокоиться в уповании, перестать меня терроризировать, начнет проявлять славные способности. Я знаю, что в этом году отец мне сказал, что многие люди переживут славные способности тела, такие как хождение по воде, левитация и многие другие вещи. Для чего? Просто так.
Левитация – это вообще вопрос такой. Вы просто можете молиться и чувствовать, как тело легчает. Легче, легче, легче. Потом так посмотрите. Оп. Легко. Потому что им мы движемся. Им. И когда будешь идти через вот этот коридорчик счастья, говори себе: им я двигаюсь, дышу и существую. Теперь это образ жизни. Теперь это сверхъестественный образ жизни. Договорились? И можете в конце принимать причастие как нетление. Подобное соединяется с подобным. Ну что ж, поехали. Аллилуйя. Давайте так, я буду дотрагиваться, как только почувствуете помазание, сразу идите дальше. Отец, я благодарю тебя. Благодарю тебя. Понеслось? Проходите. А вы тоже, да, возлагайте руки прямо и все. Слава, 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 Отец. Благодарю тебя. Твое помазание сейчас растекается в ее теле. Благодарю, благодарю, благодарю. Малейшее движение в теле чувствуете, сразу руки поднимаете. Чувствуете, да? Я чувствую тепло сейчас пошло такое. Благодарю тебя, проходите. Друзья, кто здесь стоит, кто служит, если вы почувствовали побуждение человека отвести в сторону, помолиться, попророчествовать, потранслировать, делайте это. Не просто конвейер, можете любой взять, сказать: иди, я хочу за тебя помолиться. Окей? Отец, я благодарю тебя. Слава, 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 слава. Помазание, 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 помазание. Расслабьтесь. Отец, я высвобождаю твою силу сейчас в это тело. Вижу, сейчас по спине идет такое течение. Помазание. Друзья, кто стоит здесь, когда на вас возложили руки, как вы почувствовали малейшее проявление помазания в теле, тепло, какой-то жар, ток, тяжесть опустилась, сразу руки вверх поднимайте. Акцептируйте это движение, окей? Отец, слава, слава, слава. Отец, слава, 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 слава. Проходите. Слава, 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 слава. Помазание твое. Помазание твое. Сила твоя движется в ней, растекаясь тяжестью твоей славы. Проходите. Как только почувствуете помазание в теле, сразу руки вверх поднимайте. Отец, я благодарю тебя за это высокое место твоей славы. Помазание. Отец, слава, 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 слава твоя. Высвобождаю твое помазание сейчас на ее тело, на ее жизнь. Тише, тише. Все, 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 тихо, тихо, тихо. Не трогайте, это Дух Святой. Надо кого-то, может, Вова, может, ты поставишь. Иди сюда. Не ушиблась? Нормально? Иди сюда. Как только почувствуешь помазание, сразу руки вверх поднимай. Отец, я благодарю тебя.
Я сейчас вижу, что ты находишься в таком периоде, когда ты выходишь из чего-то. Выходишь из чего-то. Прям вижу кольцо, и как разорванное, и ты выходишь оттуда. И это хорошо. Есть такое что-то, да? Отлично. Тогда принимай помазание. Отец видит тебя, все под контролем. Высвобождай, Отец, твое помазание прямо сейчас в ее жизни. Сила твоя наполняет прямо сейчас. Не молись, просто принимай сейчас. Я сейчас вижу, как горячий ветер просто обдувает тебя. Помазание твое. Проходи. Помазание твое. Еще, давай, еще. Еще, еще, еще. Шагай. Опа. Еще хочешь? Помазание твое, помазание твое, помазание. Обними отца, иди. А, все. Что вы хромаете? Знаете? Им я двигаюсь, живу и существую. Ничего не говорите. Ничего не говорите. Отец, я благодарю тебя. Почувствуйте помазание, руки вверх и начинайте шагать. Отец, я благодарю тебя. Сила твоя приходит прямо сейчас, наполняет ее тело. Исцеляющее помазание прямо сейчас растекается в теле, как жидкий огонь сейчас. Аллилуйя. Чувствуете жар в теле? В ногах. Да, в ногах. Теперь давайте потихонечку шагайте. Потихонечку. Не надо высоко поднимать. Потихонечку. Давайте. На месте. На месте. И еще. 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 Отец, я благодарю тебя, что укрепляются сейчас ноги, и она идет тобой, идет, давайте, идите, идите, идите смелее. Аллилуйя, Отец, я благодарю тебя за высокое место твоей славы. Помазание твое, Отец, спасибо тебе, что оно растекается. Теле прямо сейчас. Ныряйте. Отец, спасибо тебе. Слава твоя здесь. Слава твоя. Слава твоя. Твоя сила растекается в ее теле прямо сейчас. Еще, еще, еще. Еще, Отец. Аллилуйя. Отец, благодарю тебя, благодарю тебя. Помазание твое, помазание твое, помазание. Аллилуйя. Давайте в купальню. Отец, спасибо, 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 спасибо. Высвобождаю твою исцеляющую и силу. Свобода приходит. Огонь, 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 огонь. Благодарю тебя, благодарю тебя, благодарю тебя, благодарю тебя. Ныряйте в купальню.
Аллилуйя! Слава, 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 слава Тебе! Отец, благодарю Тебя! Помазание Твое действует в ней могущественно. Отец, пребывающий в Тебе, Он творит дела. Спасибо, 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 спасибо. Благодарю Тебя, Отец, миллион раз. Пусть эта слава и свобода в теле проявится. Ныряйте. Аллилуйя! Слава Тебе, Отец! Слава Тебе! Благодарю Тебя! Дух животворящий растекается в ее теле сейчас. Проходите. Аллилуйя! Спасибо, Отец! Слава, 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 слава! Помазание Твое, Отец, спасибо Тебе. Помазание Твое расширяет ее тело сейчас. Еще, 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 еще. Еще, еще, еще. Поднимите руки. Я вижу, Дух Святой касается вас. Поднимите руки. Аллилуйя. Аллилуйя. Ныряйте, ныряйте. Ты наше Иисус. Помазание Твое. Помазание Твое. Спасибо, Отец. Течение силы Твоей через ее тело нетленное. Я говорю, нетленное тело. Славное тело. Свободное тело. Аллилуйя. Надо чуть быстрее, да? Отец, спасибо Тебе. Помазание Твое. Помазание Твое. Помазание Твое. Еще. Красавчик. Принимай помазание. Высвобождай Отец Твою силу сейчас. Сила Твоя действует в нем могущественно, Отец. Благодарю Тебя, благодарю, благодарю. Растекается в его теле сейчас Твой жидкий огонь, 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 огонь. Ныряй в купальню. Почувствуйте помазание, сразу руки вверх поднимайте. Аллилуйя, Отец, благодарю Тебя. Еще, еще, еще. Огонь! Огонь! И расщемулся. Аллилуйя. Отец, спасибо, спасибо, спасибо. Помазание Твое действует в ней могущественно. Огонь. 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 Аллилуйя. Ще я сафулце принирежусь.
Теперь в купальню ныряйте. And I say, Russia, what a sapphire. Отец, я благодарю тебя. Помазание прямо сейчас. И расчевунасары. Халящен вунаспиречесейрен. Отец, я благодарю тебя. Славлю, славлю, славлю тебя. Вот оно. Помазание твое. Проходите в купальню. Аллилуйя, Отец. Спасибо тебе за это высокое место твоей славы, за это высокое место твоей победы. Еще, еще, еще. Благодарю тебя, благодарю тебя, благодарю тебя. Аллилуйя. Спасибо тебе, Отец. Твое явление в венец. Высвобождаю твою исцеляющую силу сейчас в ее тело. Я вижу, как эта сила сейчас разливается в ее теле, Отец. Я благодарю тебя. Еще, еще, еще и еще. Аллилуйя. Спасибо, Отец, спасибо тебе. Благодарю тебя. Помазание твое. Помазание твое. Помазание твое. Еще. Ныряйте в купальню. Принимайте помазание сейчас. Это легко. Вот оно. Дайте чуть-чуть ей полежать. Что-нибудь под голову положите. Аллилуйя. Аллилуйя. Да-да, положите что-то под голову. Отлично. Принимайте помазание сейчас. Оно восполнит все, что вам нужно. Оно изнутри вас выходит, не от меня. Изнутри вас. Вот оно. Сила Божья движется в теле сейчас. Сила Божья просто как теплое такое электричество. Еще, 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 Отец. Еще. Просто свобода славы тела. Проходите в купальню. Аллилуйя. Спасибо, Отец. Спасибо. Я благодарю тебя. Да, вот оно. Берите. Еще, еще, еще. Расслабьтесь просто. Я не буду вас ни толкать, ничего не переживайте. Отец, я благодарю тебя. Вот оно потекло прямо, я вижу. Скажите, помазание. 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 Yeah. Слава, 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 слава. Отец, твое высокое место славы здесь на небесах. Изобилие силы. О. Все хорошо? Смотрите, что так прикольно, да? Говорю, все хорошо, она снова упала. Все хорошо? Конечно. Сейчас я скажу помазание, вы почувствуете в теле движение. Помазание твое. Все хорошо?
Это радость, радость. И радость пришла таки. Радости столько, что ноги не стоят. Не, полные штаны радости не надо. Кости радуются от славы Божьей. Отец, я благодарю тебя. Помазание течет в тело. Я проповедую этому телу нетление. Тело нетление. Возрадуйся в уповании. И еще, и еще. Аллилуйя. Иди сюда. Помазание. Помазание. Скажи помазание. Ныряй в купальню. Ой, купальня это там, не там. Все хорошо? Ой. Тело сразу в дело. Вика. Так, отец любит вообще. Я тебя сегодня увидел, просто так пережил такое, как отец тебя любит. Так любит, так любит. Отец, я благодарю тебя за это высокое место твоей славы, в которое ты насадил ее. Насаждение Господне во дворах твоих. Иди еще помолись за нее. Сейчас Олечка тебе послужит еще. Положи руку ей на голову, а вторую на душу. И кто-то... Да, ладно. Может, постойте. Оль, да, Алена, постой сзади нее. Прими сейчас как ангельское служение. Они сейчас как ангелы служат тебе. Ты достойна, ты Сын Божий. Чтобы ангелы служили тебе. Чтобы ноги твои были всегда над землей. Никогда не преткнешься. Никогда. Мощное ангельское служение. Еще одного я вижу сзади. Вау, вау. Идите сюда, идите, идите. Все, все, все. Вы тут? Благодарю тебя, Отец, что сила твоя втекает сейчас в его сознание, в его головной мозг. Что сила твоя сейчас наполняет его глаза, его сосуды в головном мозге. Благодарю тебя, что это помазание сейчас обильно течет в его голову. Я говорю, мозг, ты славный, приди в себя. Проходите. Уля. Пуля. Отец, я благодарю тебя за это высокое место твоей славы. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Вихрь такой Божий просто на тебя. Ха-ха! Дай ручку еще. Отец, я благодарю тебя. Дай за твои глаза помолюсь. Отец, спасибо тебе. Я даю свет глазам. Неважно, сколько было диагнозов, неважно, ничего вообще, я отменяю все. Свобода славы в глазах, в сознании, в нервной системе. Помазание твое, помазание, помазание.
Сила, 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 сила твоя. Сейчас вот закрой глаза свои. И иди. Просто иди вперед. Тебе... Да, с закрытым. Прям так и иди. Ты им движешься, им существуешь, им смотришь. Аллилуйя, Отец, спасибо тебе. Высвобождаю твое помазание сейчас в тело, в круг жизни. Не спешите, это надо сейчас пережить. Независимо от того, поезд там или еще что, буквально 30 секунд. Дайте себе, дайте телу. Отец, я высвобождаю твое помазание в тело. Пускай оно успокоится в уповании. Тело нетленное, славное, свободное. Аллилуйя. Идите. Спасибо. Улыбочку. Вот так лучше. Отец, спасибо, спасибо, спасибо. Высвобождаю твое помазание, твою силу в тело. Растекается в теле сейчас слава твоя. Слава твоя наполняет свободное тело, нетленное тело. Идите. Идите. Спасибо, Отец, спасибо тебе. Спасибо тебе. Отец, я высвобождаю свободу на разум сейчас. Помазание в тело. Сила Божья сейчас растекается в теле. Пустите в тело. Благодарю тебя, благодарю тебя. Ныряйте. Слава, 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 слава. Отец, я высвобождаю твою силу сейчас. Еще, 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 еще. А теперь огонь. Она хочет летать, ты видишь? Спирит Шамарас. Хорошо ходите. Не, ничего не говорите. Сейчас я буду высвобождать помазание. Когда вы почувствуете в теле хоть что-нибудь, поднимите руки. Хорошо? Малейшее там тепло какое-то, ветерок или тяжесть там, знаете. Не напрягайтесь. Уже что-то начинаете чувствовать? Да? Отлично. Уже? Да, да. Ничего страшного. Даже если упадете, вас поддержат, не переживайте. Вам надо, может быть, даже полежать в славе. Помазание. Вы всегда с Богом. Аллилуйя, Отец. Аллилуйя. Помолись. Возьми еще на ноги. Стойте, стойте, стойте. На ноги положите руки. Олечка, молись, молись. Еще, Леша, иди.
просто потранслируйте в нее помазание. Она такая классная женщина. Сейчас ножки расслабятся, все встанете, ровненько пойдете, все нормально. Давайте, кто там следующий? Отец, спасибо. Тело полное славы. Вот оно. Наполняя силой Божьей. Природа и торжество Божества. И еще, и еще, и еще. Возьмите кто-то под руку и смело идите. Идите, идите, идите. Вот так-то, вот так. Выше ножки, выше ножки. Да, поставьте сумочку. Братья, подержите, чтобы она про нее не думала вообще. Помазание. Помазание – это присутствие и сила Бога. Строитель и строительный материал в одном лице. Все, что хотите. От божественной силы. Даровано вам все. Для жизни и процветания, для благочестия. Амен. Берите. Я высвобождаю тебя с твоего помазания в ее тело сейчас. Пускай тело примет сейчас это. Еще, 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 еще. Слава просто сейчас изнутри начинает подниматься. Еще, и еще, и еще. Расслабьтесь. В этот раз не нужно Богу помогать, Он сам. Отец, я благодарю Тебя. Я высвобождаю исцеляющую силу сейчас в ее тело. Я чувствую, такое прямо тепло пошло в тело сейчас. Чувствуете? Что-то вас так подколбашивает немножко. Еще и еще. Можно принять больше. Принимай расширение. Ныряйте в купальню. Ты летаешь, брат, да? Вот так классно иногда говоришь, когда почувствуете помазание, поднимайте руки. Человек или там трясется, или падает, но руки не поднимает. Отец, я благодарю тебя за высокое. Вау, электричество пошло по рукам. Берите. Еще, 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 еще. Исцеляющая сила сейчас, вижу, по позвоночнику пошла. Тело наполняет. Помазание движется могущественно в теле. Еще, еще, еще. Еще, еще. Ныряйте в купальню. Это, принимайте, ангелы. Аллилуйя. Отец, я благодарю тебя. Благодарю тебя. Слава, 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 слава. Слава, слава, слава. Берите этот огонь. Помазание, помазание, помазание. Пускай растекается в теле сейчас. Еще, 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 еще. Ныряйте. Yes! Спасибо, Отец. Животворящий Дух. Животворящий Дух. Животворящий Дух. Возложи руки на голову. Сила Божья. Дух Святой,
сила, которая покоряет ему все. Аллилуйя. Аллилуйя. Свобода, слава в теле. Свобода и слава в теле. Дайте ей полежать под славой чуть-чуть. Аллилуйя. Отец, спасибо тебе. Благодарю тебя. Жизнь течет. Жизнь течет. Жизнь течет. Я высвобождаю твое помазание в это славное тело. Свобода нетления. Расширение сейчас происходит. Ныряй в купальню. Прям так вот и... Давайте пошагаем. Им движемся, им шагаем и существуем. Не-не, для этого даже исцеления не надо. Для этого надо просто знать, что я двигаюсь им. Ноги здесь вообще ни при чем. Вот так. Так. А теперь принимайте помазание. Закрывайте глазики. Почувствуйте, как помазание сейчас будет растекаться в теле. Отец, высвобождаю твою силу сейчас. Вау, потек ток по рукам. Когда почувствуете помазание, сразу руки вверх поднимайте. Просто принимайте, и пусть исцеление сойдет в вас. Отец, я высвобождаю твою исцеляющую силу в ее тело. Огонь! Еще, еще. Трансляция славы просто могущественно сейчас наполняет тело. Еще. Просто расслабьтесь. Дайте славе охватить ваше тело. Ух, жар идет. Спасибо, отец. Ныряйте. Ныряйте. Да, я тоже так чувствую. Помазание. 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 Тело хочет славы. Дух животворящий наполняет круг твоей жизни. Просто я транслирую в твою жизнь. Аллилуйя. Еще. Еще. Спасибо, отец. Все. Ныряй в купальню. Аллилуйя. Спасибо, отец. Спасибо. Помазание твое. Помазание. Благодарю тебя, отец, за это густое присутствие и силу. Расслабьтесь чуть-чуть. Я чувствую какой-то чуть-чуть. Надо расслабиться. Это легко. Ему даже помогать не надо. Состояние благодарения сделает намного больше. Помазание твое, отец. Ныряйте в купальню. Не плачь. Лев из колена Иудина победил. Отец, я благодарю тебя за это высокое место твоей славы. Пусть огонь придет сейчас. Огонь! Огонь!
пусть наполняет его тело огонь, огонь, огонь. Сейчас я еще буду говорить это слово «помазание», когда почувствуешь тепло в теле, сразу руки поднимай. Как только чувствуешь помазание, сразу руки поднимай. Отец, я высвобождаю сейчас в его тело. Просто принимай, расслабься. Помазание твое. Вот оно пошло. Чувствуешь? Получается, чувствую? Меня уже и самого распирает. Скажи, помазание. Вот так лучше, да? Помазание. Вот так, ныряй. А он-то как за себя, да? Не плачь. Расслабься. Его благодати достаточно, чтобы вырвать любое жало из твоей жизни. Когда сейчас почувствуешь помазание, смело руки поднимай. И желательно с улыбкой. Отец, я благодарю тебя. Вот оно пошло. Еще помолись. Потранслируйте в ее душу. Она отягчена чем-то. Но уже хорошо. Уже расширение пошло, я вижу. Отец. Ты что такой серьезный? Здесь все несерьезно. Поэтому не надо быть серьезным. Здесь все просто, как у детей. Отец, я благодарю тебя. Высвобождаю твое помазание сейчас на его разум. Разум нуждается в помазании. Расслабься. Отец, спасибо, спасибо, спасибо. Сила твоя наполняет его тело прямо сейчас. Вторгаясь в круг жизни, наводя божественный порядок. От твоей божественной силы, животворящий дух, даровано все для жизни. Спасибо, отец, спасибо. Ныряйте в купальню. Отец, а что тут у нас такое? Имеющему приложится. Вам сладенького. Расслабьтесь. Отец, я благодарю тебя, высвобождаю твое помазание в ее тело. Сейчас много, много помазания. Скажите, помазание. Еще и еще. Хорошо пошло. Ай, как мне нравится, когда люди смеются. Это вообще... Отец, я благодарю тебя за это высокое место твоей славы. Слава. Благодарю тебя. Просто благодарю тебя, что твоего помазания достаточно для нее. И оно сейчас просто сходит во внутренность ее тела. И еще. И еще. Просто расширение мощное идет. Ух! Чувствуете? Явление духа и силы. Халлелуя. Не бойтесь.
Расслабьтесь. А что тут у нас? Я сейчас вижу такой у нее ветерок, веселье. Все хорошо? Дух животворящий. Дух животворящий. Животворящий дух в теле сейчас движется интенсивно, интенсивно, интенсивно. Помазание. Примите больше, есть больше. Аллилуйя. Я так чувствую, что еще что-то должно для вас сойти. Отец, я благодарю тебя. Я благодарю тебя за обилие. Ой, тяжелеют руки. Обильное помазание на ее голову, просто на ее жизнь, на ее тело сейчас. Свежесть такая прямо приходит в тело. Аллилуйя, ныряйте. Ангелы вас. Она что-то сейчас принять должна. Леша, иди там. Как мне можно не улыбаться? Я же отец. Аллилуйя. Вау, сразу помазание чувствую. Отец, я благодарю тебя от престола твоего. Дух животворящий. House spirit the idea that я when he by the just. Ныряйте в купальню, ныряйте, ныряйте. Аллилуйя. Вы там причастие принимать не забываете там? Принимаю, да? Только один раз принял? Даже не знаю, что сказать. Достаточно одной таблетки. Отец, ты такой отец. У тебя такое помазание. Такая слава. Я высвобождаю сейчас прямо в тело, в тело, в тело, в тело. Вот оно пошло. Помазание растекается в теле сейчас. Помазание растекается в теле. Вот оно. Еще. Еще. Больше есть. Есть больше. Есть еще больше. И еще. Сейчас вижу, пошло помазание как вниз, внутри тела. В нижнюю часть тела пошло. Твоя исцеляющая сила наполняет ее. Тело успокаивается и отпускает болезни. Просто их отпускает, они уходят. Ныряйте в купальню. Осторожненько, осторожненько. Тебе нужно исцеление? Нужно? Или не нужно? Хай будет, да? Переживаешь сейчас, да? Еще. Тона уже. Иди сюда. Помазание. Расширение сейчас идет внутри такое.
Отец, я высвобождаю исцеляющую силу сейчас в ее тело. Исцеляющая сила наполняет тело сейчас. Будь полностью исцелена во имя Иисуса. Аллилуйя. Ныряй в купальню. И море сырочу. Аллилуйя. Отец, спасибо, спасибо. Ты только не умничай, хорошо, я тебя прошу. Не умничай, вообще не умничай. Будь ребенком просто. Может, тебе и говорили иногда, что ты как ребенок. Но ребенком быть — это хорошо. Все время хотелось взрослой поскорее стать. А надо быть как ребенок. Отцу ты всегда нравилась. Да, 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 да. Знаешь, отец, он всегда будет дышать в твой затылок. Всегда. Все время сзади тебя будет. Никогда в жизни никто не подберется к тебе, не ужалит. Ныряй в купальню. Ныряй. Такое идет какое-то становление отношения между отцом и дочкой, да? Аллилуйя. Аллилуйя. Отец, спасибо тебе. Сила твоя действует в ней могущественно. Просто слава твоя укрывает, окутывает ее тело. Расслабьтесь. Не помогайте ему. Состояние благодарения – это лучшее состояние. Помазание твое. Отец, спасибо тебе. Сейчас я еще несколько раз скажу это слово «помазание». Если в теле почувствуете помазание, движение, малейший симптом помазания, тепло, жар, сразу руки поднимайте. Вот так, вот так, вот так. И теперь уже можете принимать больше. Исцеляющая сила наполняет тело прямо сейчас. Вот так. Будьте полностью исцелены во имя Иисуса. Видите, вот такие вещи, они показывают, как много зависит от сознания. Иногда просто надо снять эту крышку и выкинуть ее, чтобы отец мог течь спокойно. Он обожает течь внутри твоего тела, ему не надо уговаривать, помогать, просто не мешай, я умоляю тебя. Христом Богом прошу. Отец, я благодарю тебя. Благодарю тебя. Вот здесь крышки нет, здесь все нормально. Отец, спасибо, спасибо, спасибо. Вот оно течет, течет, течет. Аллилуйя. А какие еще будет рисовать? Отец, я высвобождаю твое помазание сейчас конкретно в ее тело. Я вижу, как этот горячий мед растекается в теле сейчас, напитывая славой. Это не тление, пахнет медом. Ныряй в купальню. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Отец. Спасибо, спасибо, спасибо. Я благодарю тебя, благодарю тебя, благодарю тебя, благодарю. Животворящий Дух. Явление твое – это венец. Явление твое в теле, как полнота божества, телесно, телесно. Имеющему приложится. Поднимай руки. Отец, я благодарю тебя. Умножение твоего помазания ощутимо. Ныряй в купальню.
Аллилуйя. Отец, слава, слава, слава. Спасибо, Отец, спасибо, спасибо, спасибо. Еще, 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 Отец, спасибо Тебе. Благодарю Тебя. Твой животворящий Дух является в теле, как свобода и слава. Как свобода и слава. Как свобода и слава. Высокая слава Твоя. Тяжесть славы Твоей. Ныряй в купальню. Новенький Исаак из Измаила. Из Измаила может ли быть что доброе? Аллилуйя. Просто расслабьтесь и почувствуйте, как Дух Божий просто будет касаться вашего тела. Может быть тепло, может быть легкое такое дуновение, электричество. А почувствуйте хоть что-нибудь, сразу руки поднимайте, хорошо? Не напрягайтесь, расслабьтесь. Отец, я благодарю Тебя, что сила Твоя течет в ней. Течет. Еще, еще, еще. Ныряйте в купальню. Отец, спасибо Тебе за это покрывало, которое на нее опускается прямо сейчас. Вот оно. Отец, спасибо. Еще, еще. А теперь я хочу, чтобы Ты наполнил ее, Отец. И я благодарю Тебя, что Ты... Еще. Еще, еще, еще. Хатуми, гарумби, гранета, такати. О, хатуми, я гранета. Так и вот, да, да. Чудные дела Твои, Господи, а у детей Твоих еще чуднее. Аллилуйя, Отец. Я уже чувствую сейчас помазание, такое, знаете, тяжесть пришла. Вы чувствуете это? Чувствуете? Помазание Твое, Отец, наполняет ее тело прямо сейчас. Густое помазание. Еще, и еще, и еще, и еще. Ныряйте в купальню. Вау, 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 вау. Пускай полежит под славой чуть-чуть. Под голову положите что-то. Давайте, давайте. Аленушка, тоже послужи, потранслируй там, да. Скажите, помазание, животворящий дух. И принимайте. Отец, я благодарю Тебя. Вот оно потекло. Будь полностью исцелена во имя Иисуса. Еще, еще сила течет. Еще сила течет. Еще сила течет. Еще и еще. Берите больше, больше, больше. Аллилуйя. Ныряйте в купальню. Аллилуйя. А? Измаил. Там в Измаиле целая, короче, движуха уже, да? Началась. Представляете, что будет, когда вы приедете? Это же как... Да кто там пилит, они сами себе отпилят что-нибудь там. Отец, ты такой отец, я благодарю Тебя за это помазание на Измаил. Принимайте помазание. И
идите еще, 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 еще. Больше берите. Сила твоя действует в ней могущественно, просто поднимается. Аллилуйя. Вот так. И теперь ныряете в портальчик, в купальню. Леша, ну тебя одного оставить на минуту нельзя. Ну. Где Маргарита, в конце концов? Вот так. Какой красавчик вообще. Это твой сын? Ух. Ты уже здесь был, да? Че ты жмуришься? Что-то переживаешь? Нет. Нет. Не знаешь? Можешь переживать течение внутри, а? Ты все знаешь. Отец, я высвобождаю твое помазание на молодежь, отец. Спасибо тебе за этих сынов. Славные стрелы твои. Ныряй. Ну что ты, помазанник? Готов? Тебе уже пора очень сильно двигаться. Я прям вижу, что ты готов на 100%. Отец, я благодарю тебя, что силы твоей достаточно раскрыть его. Пусть эта сила течет. Благодарю тебя, животворящий дух и явление твое в его теле, как полнота божества телесно, растекаясь по его телу полностью, как жидкое пламя твоей силы. Ныряй в купальню. Аж мурашки пошли. Так надо ж тебе добавить. А то тут ангелочки. Кто вам еще послужит? Закрывай глаза. Дух животворящий. Знаешь, что мурашки это ангелы. Животворящий дух твой, отец, пускай течет сейчас. Течет сейчас, течет сейчас. Я вижу такой мед, горячий мед. Аллилуйя. Отец, спасибо, спасибо, спасибо тебе. Отец, слава, 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 слава. Высокое место твоей славы, Отец. Я сейчас высвобождаю его тело, силу твою. И я вижу, как сила твоя сейчас растекается в теле сейчас. Вижу, прямо ринулась куда-то в ноги, в колени. Спасибо тебе, Отец. Я благодарю тебя. Благодарю тебя. Благодарю тебя за это помазание. Аллилуйя. Ныряй в купальню. Что-то там людей все больше становится. Понял. Отец, спасибо тебе. Расслабься просто. Я благодарю тебя за твое помазание, которое совершает в его жизни. Совершает, 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 совершает. Растекается в нем, научая его тело славе. Еще, и еще, и еще, и еще. Ныряй в купальню. Тут рыба? Я бы нырнул, но тут уже есть рыба. Рыба, вот она. Да еще и золотая.
рыбка. Здрасте. Нормально так, здрасте. Здрасте. Стихи, которые пишут. Да ты мне стихи писала? А стихи-то какие? Такие, да. Отец, спасибо тебе за это высокое место твоей славы. Пошло помазание. Спасибо, 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 спасибо. Просто расслабься. Я хочу, чтобы ты почувствовала сейчас, как течет помазание в теле. Не бойся ничего. Пускай тело успокоится в уповании. Столько претензий оно вытерпело от тебя. Отец, я благодарю тебя. Прямо сейчас разрушаю контроль прошлого над ее теперешним шествием. Забывая заднее падение и благословение, потому что это все новое. Ныряй в купальню. Расширение. Прямо ты пришла, я услышал это слово. Расширение. Как такое мощное дерево. Ух, я сейчас такую прямо силу чувствую. Отец, я благодарю тебя за это расширение, которое ты предназначил ей в этом году. Я благодарю тебя. И я говорю, это расширение не будет замедлено. Это не через год, не через два, не через три. Оно уже происходит. Уже происходит. Уже происходит. Отец, я благодарю тебя. Я сейчас вижу, как животворящий дух, он наполняет дело, которое ты делаешь. Все станет живым. Все мертвые когда-то цифры станут живыми, как дети, как дети. Отец, я высвобождаю помазание на его разум сейчас. Я говорю, разум расширяется. Здесь больше Соломона, больше Соломона, больше Соломона. Я вижу этот выход из Вавилона. Я вижу это крушение Вавилона. И не просто глобальное, а каждодневное. Каждодневное возгорание. Аллилуйя. Ныряй в купальню. О, Юра, я не знаю вообще. Ты просто что-то. Эта семейка вообще, это киты какие-то просто. Не коты, а киты. А по-украински шкит, да? Кот. Отец, спасибо тебе. Вот это помазание. Принимайте помазание. Еще. Еще. Помазание твое, отец, растекается в ее разуме и теле сейчас. Вот оно. Ныряйте в купальню. Что-то интересненькое происходит. Смеются все троем. Молодое вино. Доча такая доча. Отец, я благодарю тебя. Благодарю тебя. Знаешь, пришло время служить помазанием. По
помазание Твое, Отец. Я высвобождаю сейчас, просто транслирую власть в ее жизнь. Еще. Помазание еще. Кто там следующий? Сказал заведующий. Я не знаю. Слушайте, ну вы совесть вообще, белорусы имеете вообще или нет? Отец, я благодарю тебя. Благодарю тебя. Высвобождаю твое помазание на разум, Отец. На разум. Пора уже. На разум. Спасибо. Иди с Богом. Так, по-серьезному такому. Йо. Отец, я благодарю тебя. Благодарю. Твой животворящий дух, Отец. Животворящий дух. Твой животворящий дух, Отец. Это трансляция силы от нее, Отец. Я вижу, как она просто освещает, транслируя силу через расширенную внутренность. Ныряй. Помазание. Отец, я благодарю тебя, высвобождаю твою исцеляющую силу, Отец, и твое помазание на его жизнь. Благодарю. Ныряй. Отец, спасибо тебе. Благодари отца сейчас, скажи. Отец, благодарю тебя. Какой хороший мальчик. Отец, я благодарю тебя. Высвобождаю помазание на его жизнь. Ныряй в купальню. Ваша светлость. Вы хорошеете с каждым днем. Отец, спасибо тебе. Спасибо. Высокое место твоей славы. Сейчас вижу корону такую маленькую на твоей голове. Маленькую изящную корону. Вижу. Аллилуйя. Отец возводит тебя. Прямо как вот дочь. Как будто к алтарю возводит тебя сам. Никто никогда не сможет сказать, что поднял тебя. Никто. Шагай смело. Ой, один другого краше. Красавчики такие. Отец. Ой, красота. Благодарю тебя за этого мужчину. Спасибо тебе. Высвобождаю твое помазание на его жизнь. Пусть все, что он делает, просто спорится в руках, получается. Аллилуйя. Ныряй. Все? Так, кто здесь стоял, тот сюда не заходит. Ты не стояла? Не, ну вообще что ли? Так, ну. Не, ты служишь. Нет. Отец, я благодарю тебя. Сейчас ты почувствуешь помазание, сразу руки вверх поднимай. И уже сильно чувствую, как вау.
Отец, я высвобождаю на нее эту силу твою. Вот она изнутри поднимается. Еще, еще. Послужи, послужите, сестры. Может, вы на меня руки возложите? Ой, вообще, от вас столько позитива прет просто вообще. Меня чуть не снесло. Троем как подошли, я чуть сам не улетел. Да, реально, я же не преувеличиваю ничего. От вас силища идет такая. Отец, я благодарю тебя. Благодарю тебя. Я сейчас слышу такое слово «умножение огня». И кажется, уже и так огонь, но это будет умножение огня. Еще. Еще. Отец, спасибо тебе. Спасибо, 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 спасибо. Ныряйте. Ангелы запели аж. Эти, кого хочешь, петь заставят. Понятно. Отец, я благодарю тебя. Я сейчас чувствую такое мягкое и помазание, и много, как будто вот бочка с маслом просто льется на тебя. Я вижу такое прямо... Вау, еще кое-что вижу. Ну ладно, потом. Может быть. Отец, спасибо. Спасибо тебе. Это мягкое накрывалово от всего, что ты делаешь просто. Еще сейчас я скажу несколько раз это помазание. Еще, еще, еще. Помазание. Можешь сам сказать. Помазание. Ныряй. 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 Так что там? Киев? Что там? Окей, отец, я благодарю тебя. Вот она, сила течет в нее, отец, благодарю тебя. Еще, 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 ее достаточно. Ныряй, 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 ныряй. Твое высокое место славы, отец, и она тут. В этом высоком месте славы. Принимайте помазание. Еще, еще. Идите сюда еще разок. Для полного счастья. Принимайте помазание. Аллилуйя. Хорошо. Ныряйте. Такая... Аллилуйя. Помазание твое, отец. Вау, вау. Спасибо, спасибо. Животворящий дух твой. Животворящий дух твой. Тут можно, знаете, как и не спрашивает иногда. Животворящий дух твой. Возложи еще руки на нее. Ой, так мне прямо такое расширило прямо внутри. Ты почувствовала расширение? Да? Ой, сильно было вообще так. Красавчик. Аллилуйя. Отец, спасибо тебе. Благодарю тебя, благодарю тебя, благодарю тебя. Его благодати достаточно, чтобы вырвать любое жало из твоей жизни. Ты должен знать это каждый день. Отец, я высвобождаю помазание на его жизнь. Не сомневайся, не бойся вообще ничего. И не осуждай. Отец, спасибо тебе, спасибо тебе. Высвобождаю помазание на его внутренность.
сила течет, Отец, полнота Божества телесна и радость. Ныряй. Отец, спасибо. Ух, сейчас такой ток по руке потек. Ты чувствуешь помазание? Я сейчас уже чувствую. Отец, я благодарю тебя. Принимай. Я чувствую, у тебя должно быть с помазанием такие взрывные отношения. Прямо вау! Огонь! Бери. Еще раз дай сюда его. Поднимай руки. Огонь! Огонь! Отец, спасибо тебе. Ныряйте. Ясно. Давай. Отец, спасибо, спасибо, спасибо. Благодарю тебя. Море помазания для тебя. Исцеляющая сила наполняет тело прямо сейчас. Еще, еще. Исцеляющая сила расширяет сейчас все в теле на межклеточном уровне. Просто нетление является. Будь полностью исцелена во имя Иисуса. Хорошо, хорошо. Все. Не-не-не-не-не. Все, кто здесь служил, не проходят. Ха-ха-ха-ха. Подождите. Хоть рукой махнуть в вашу сторону. Хорошо, все, кто служил, станьте тут. А все, кто кому служили, тоже направьте на них руки. А сзади кто-нибудь там есть еще на всякий случай. Пацаны, станьте там. Они уже пьяные, что на них тут рукой махать. Поднимите руки. Отец, я благодарю тебя, что ты наливаешь сегодня по полной. Это вино и тут же бочка меда сверху. Аллилуйя. Не, что-то вы... Это же такие опытные выпивохи, что им так просто, знаешь... Отец, я благодарю тебя. Помазание, 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 помазание. Аллилуйя.